Так, делаем управление таким образом. Вот, после 3 петель я одну снимаю. Нить поменяла, как я говорю. Одну провязываю лицевую, следующую. Теперь эту, которую снята, перекидываю через провязанную. Таким образом. Вот мы убавили одну петлю. И дальше продолжаем уже по рисунку вязать до следующего. Вот в конце осталось кармана 5 петель. Первую я провязываю петлю, ложу ее вот на левую спицу, и теперь следующую перекидываю через эту провязанную таким образом. Так, и снимаю сюда. Так, теперь следующую я вяжу 3 лицевые. Так. Провязали следующий ряд, поворачиваем петельки, так, карман вяжем, теперь крайние 3 петли мы снимаем, 1, 2, топовая резинка, 3, сняли, дальше вяжем уже по рисунку, эти не провязываем, и так вяжем до конца нашего кармана. Так, вот в конце у нас опять 3 петельки кармана. Мы их снимаем. 1, 2, это полушнур. 3, сняли. Поворачиваем. Края мы не трогаем, напоминаю. Поворачиваем вязание. Еще раз покажу, как мы делаем убавление петель. Первые 3 мы провязываем лицевые. 1, 2, 3. Провязали. Так, следующие 2 петельки нам надо в каждом лицевом по 1 петли убрать. Первую я снимаю, следующую провязываю лицевую, теперь снятую перекидываю через провязанную. Вот мы убавили еще 1 петлю. Дальше вяжем, не доходя 5 петель. Вот в конце кармана у нас осталось 5 петелек. Так, мы точно так делаем, только немножко по-другому. Так, я напоминаю, переворачиваем 2 петли, это мы будем убавлять сейчас 1 петельку. Так, перевернула. Теперь первую петлю я провязываю, и провязанную я сюда ее поставила, опять на левую спицу. А теперь следующую перекидываю через провязанную петлю и снимаю ее, на, чтобы поворот был вот слева направо, на правую спицу. Следующие 3 петельки, это полушнур, мы провязываем лицевыми, поворачиваем на изнаночную и вяжем, как мы и вязали, то есть 3 крайние петли снимаем, остальные провязываем изнаночные. И в конце 3 петли снимаем изнаночную. Точно так я вам показала убавление. Мы делаем пока вот эти полоски, 7 полосок таких, вот таких, чтобы получилось так. И дальше переходим на синий цвет. Вяжем 7 полосок всего желтых и потом на синий до тех пор, пока у нас здесь на спице останется 24 петли. Потом встретимся. Так, вот я провязала верхнюю часть кармана. Здесь вот полый шнур идет. Так, теперь приступаем к внутренней части вязания. Вот, которые я набрала на дополнительную спицу. Видите, вот 40 петель. Теперь мы будем вязать. Тут вот до этих пор, которые мы вязали, видите, выступ такой идет по краям. Мы сейчас тут 4 рядка провяжем до этих пор, а потом она у нас соединится. Так, я вот провязала 4 рядка, сюда вот соединила, чтобы вот это вместе оно было теперь так, края. Теперь переворачиваю. Переходим уже на одни спицы. Будем переходить.
Так, и вот продолжаем вязать до края. Так. Тут мы уже вязали один ряд, когда до кармана подходили, а здесь нет. Мы теперь продолжаем вязать. Тут один рядок. Здесь хорошо соедините, вот так подтяните, чтобы дырочек не было. Эти 12 петель тут. Так, довязала я этот ряд, да? И теперь мы будем вязать на одних спицах. Эти я пока не убираю, они так и будут, потому что потом соединем, будем соединять потом эту часть и заднюю часть, чтобы шва не было. Так. Теперь вяжем лицевой гладью. На изнаночной стороне вяжем изнаночные петли, а на лицевой лицевые. Это у нас получается внутренняя сторона кармана. И вот мы подошли 12 крайних петель. Я нитку там обрезала, которая была, я их соединяю. Так. Потом в карман это туда запрячем и продолжаем. Если у вас спицы неправильно легли, то есть на эту сторону, можно их поменять, вытянуть тут 12 петель и поменять, в нужную сторону повернуть. Продолжаем вязать. Вот я соединяю до конца. То есть у нас, вот смотрите, на одних спицах теперь все полотно. Это внутренняя часть. Так, смотрите, это у нас внешняя часть кармана, да? Вот. А это уже пошла внутренняя часть. Вот, ручка сюда будет заходить. Все. Теперь мы эту внутреннюю часть, вот я смотрю, вот показываю, она идет одним полотном. Так, мы его вяжем лицевой гладью до тех пор, вот до этих пор. Вот у нас здесь уже сколько тут провязано, сейчас я посчитаю: 1 2 3 4 5 6 7 10 рядков, да, вот по краям. А здесь всего, так, сейчас, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 на 2 28, здесь 10 28 10 38, значит 10 мы связали, еще 28 рядков. То есть мы вяжем, у кого сколько получится, я посчитала, сколько у меня выходит, мы вяжем вот до этих пор. Вот эту внутреннюю часть лицевой глади мы вяжем до этих пор. Как только мы свяжем, потом я вам покажу, как соединить эту сторону и эту сторону. То есть внутреннюю и внешнюю способом 3 спицы. Чтобы не сшивали.